Итак, всем доброго времени суток. У нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Так, по коробочке видно, что тут, а? Коробочка такая вот мятая. Тут у нас должен быть здесь защитное стекло на Xiaomi. Сейчас мы откроем и посмотрим, как оно у нас пришло, целости или не целости. Так, открываем. Первый раз приходит такая коробочка, обычно сюда приходила. Все четко, красивенько. Так, тут отрезаем. Так, смотрим комплектацию. Так, комплектация у нас тут такие вот стикеры всякие, две влажные салфеточки. Так, само стекло, сейчас проверим, целенькое или не целенькое. Так, внутрушки, конечно, пакетик помятый. Вот стекло у нас пришло отлично. Так, сейчас возьмем телефончик наш ксиомовский телефончик. Вот он, наш телефончик новенький, еще вообще говорю, не был. И проверим. Так, что ж, стекло подошло, подходит идеально. Так, сегодня мы его будем приклеивать сюда вот. Вот так вот. Ну, слава богу, что все пришло целенькое. Так, такое-то оно тут такое мягенькое, какая-то там специальная технология оно сделано. По специальной технологии. Намного дешевле их заказывать в Китае, чем у нас. Вот, сейчас, кстати, покажу для примера. Вот. Такая вот сегодня мне принесли пленочку. Такой вот упаковочки. Магазин закроем. Цена, видите, 199 гривен. Телефон Xiaomi Redmi 4A. То есть под этот же телефон. На коробочке написано Redmi 4A. Сейчас мы посмотрим про это стекло. То есть вы видели сами цену, сколько оно стоит. Это стекло. То есть в Китае я это заказал. Заказал, потом будет ссылка на этот товар, там будет видно, что какая цена, я так не помню. Вот это само стекло. Вот такая вот у нас идет салфеточки. Вот. Вот само стекло. Обычное стекло, никаких рамок, ничего нету. Что тут у нас под телефон? Вот так вот оно подходит под телефон. Оно даже и не подходит под этот телефон. Видите, оно даже не встает, как положено. Вот тут и рамки. Ну вот, и вы сами видите его цену. Вот цена. Вот, сами написано. Видите, защитное стекло Redmi Xiaomi 4A. 199 гривен. Тут вот название магазина я уберу. Но мне, конечно, досталось дешевле намного. Мне сделали пацаны хорошую скидочку. Ну вот, я же говорю. А тут вот прошел на почте. Совсем, кстати, очень случайно пришел на почту. Говорит, а вам посылочка, чего вы не получаете? Я говорю, мне ничего не приходило. Никакое оповещение. Они, ну то забирайте, оно стекло. Чтоб я знал, ну будет запас, это дело такое. Ну, я вам говорю для примера. Для примера, что... В Китае нужно заказывать, пусть и дольше. Но я думаю, что еще одно такое же стекло. А, не, в принципе, вот этот есть. Зачем заказывать еще одно такое стекло? Так что вот такое вот у нас посылочка с сайта AliExpress. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем нажать колокольчик, чтобы встречать. Первыми видеть видео. Так, ну вот такая вот у нас тут коробочка была с данным.
Так, ну что ж, не забываем обязательно подписаться, поставить лайки. Если камера дрожит, я первый раз снимаю на экшен камеру. Вот это тут экшен камера, качество. Сами видите, какой заказывал, только что сам в Китае. Телефончик тоже заказан в Китае. Вот. Пришел мне с Китая. Отлично работает. Простенький, без всяких наворотиков. Камера отличная. Может потом снимем обзор на этот телефон. Покажем. Кстати, к этому телефону также там есть видео, где пришел чехол. Сегодня мы этот телефон пустим в эксплуатацию. К нам к нему все пришли. Все пришло. Он еще в коробке заводской. Так что все пришло. Сегодня мы его полностью запустим в эксплуатацию. Ну что ж. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Еще раз повторюсь. Всем пока. Пишем комментарии. До новых встреч на моем канале.